Добрый вечер, дорогие участники и гости третьего международного фестиваля любительских театров «Любите ли вы?». Такое вот незамысловатое название. Как и в гербе нашего театра совмещается корона и шутовской колпак, ну, что означает «шут среди королей» и «король среди шутов», так и в названии фестиваля двойной смысл, то есть «любите ли вы?». Как вы все знаете, это начало статьи Виссариона Белинского о театре. Любите ли вы театр так, как я люблю его? И любите ли вы? Потому что под сводами этого дома мы собрали театральные коллективы, работающие давно и плодотворно, то есть коллективы, которые смело можно назвать профессиональными. Муниципальный район, Самарская область, Россия. Режиссер Марина Адьякова. Студенческий театр «Профи», город Челябинск, Россия. Режиссер Наталья Сенина. Аджалинас, город Кретинга, Литва. Режиссер Аустрия Андрея. Впереди нас ожидают 4 дня театрального праздника. Для жителей города это показ 11 спектаклей, среди которых каждый может выбрать себе постановку на свой вкус. Для участников фестиваля это возможность показать свои работы, пообщаться с коллегами, поучаствовать в обсуждениях спектаклей, а также посетить мастер-классы доцента кафедры режиссуры РУТИ, бывшей ГИТИС, Татьяны Тарасовой и актера Русского театра Эстонии Александра Окунева. А теперь, уважаемых гостей и участников, я хочу познакомить с компетентным жюри фестиваля. Член Риги Когу, министр культуры Эстонии с 1996 по 1999 годы, главный режиссер театра «Угола» города Вилинди, господин Ял Альвик. Ответственный секретарь российского отделения АЭТА, заведующий кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей России, госпожа Алла Зорина. Старший преподаватель кафедры режиссуры Российского университета театрального искусства Татьяна Тарасова. Актер Русского театра Эстонии Александр Окунев. Я прошу мэра города Силамяя, госпожу Елену Коршину. Дорогие друзья, я, во-первых, очень рада, что уже третий фестиваль проходит в нашем городе. И поначалу, еще в 2010 году, когда он только задумывался Владимиром Вайкертом, я лично считала это авантюрой. Но уже тогда к нам приехали люди из Литвы, из Латвии, из России. И очень радостно, что уже третий международный фестиваль любителей театра проходит в городе Силамяя. В этот раз уже в нашем обновленном
Центре культуры. Всем вам огромное спасибо за то, что приехали в наш город, и очень надеемся, что пребывание здесь будет приятным для вас, а ваши спектакли понравятся нашим зрителям. Спасибо вам большое. Объявляю фестиваль открытым. Я от всей души, от имени Союза театральных деятелей Российского центра Международной ассоциации любительских театров поздравляю вас с открытием этого замечательного фестиваля с таким емким, прекрасным названием «Любители». Мне кажется, что мы все с вами знаем ответ. Да, мы любим. Мы любим театр, мы любим своих коллег по театру, мы не болеем профессиональными театральными заболеваниями. Мы любим общаться, преодолевать всяческие преграды и приезжать на такие театральные встречи. И замечательно, что этот фестиваль родился в вашем городе. От имени Союза театральных деятелей, которые хорошо знают об этом фестивале, мы ценим этот фестиваль, поэтому, наверное, я вот сюда и приехала. У нас такие тесные творческие связи и с вашим городом, с этим фестивалем, и с театром «Другое небо». И я с такой почетной миссией сегодня, я привезла такие очень скромные, благодарственные письма руководству города, потому что, наверное, вы тоже любите театр, вы любите тех людей, которые посвящают свое свободное время этому трудному, но прекрасному виду искусства. Эти письма от имени председателя Союза театральных деятелей, известного актера, народного артиста России Александра Александровича Калягина, да, Силамяя, госпожи Елены, Елене Коршуновой, уважаемая госпожа Коршунова. От всего сердца благодарю вас за личный вклад в организацию и проведение в городе Силамяя Международного фестиваля любительских театров «Любители вы». Желаю вам удачи в благородном деле на благо процветания вашего города и поддержки замечательных традиций в области культуры, народного творчества, международного сотрудничества в области любительского театра. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Я с удовольствием вручаю вам это скромное наше письмо.